Студенты большинства направлений Тюменского госуниверситета могут не беспокоиться за свою карьеру. Спрос на многие специальности даже превышает количество выпускников. Для тех же, кто не уверен в своих силах, в университете проводятся специальные встречи с работодателями, на которых есть реальный шанс получить работу своей мечты. Центр карьеры, практики и трудоустройства в течение всего года организует такие встречи. Презентации проходят на базе различных институтов. Планируется проведение в мае карьерного старта, карьерный старт 2015, где также планируются презентации компаний, экскурсии на предприятия. Как правило, в рамках подобных встреч сотрудники компании проводят тестирование, чтобы отобрать лучших студентов для стажировки. По статистике, 30-40% студентов, которые проявили себя в тестах и на собеседовании, непременно получают работу в престижных местах. Георгий Лайф, Николай Салдаев, Евразион ТВ.